Всем привет! Сегодня выполняем комплекс упражнений для грудных мышц с гири 24 килограмма. Первый подход делаем все по 15 повторений. Итак, приступим. Обхватываем гирю двумя руками. Ложимся. Ноги согнуты. Начинаем. 15 повторений. Делаем пловер. Обычная лестница нам понадобится для этого. Закидываем на нее ноги.
эти упражнения, маховые движения, гири. Второй подход. Все по 10 повторений.
упражнения второго подхода. Делаем все по 5 раз без остановки. Но в конце сделаем 10 бёрпи. С нами.